Сельхозтехника и оборудование, посевной материал и удобрения, услуги по сопровождению агробизнеса, юридические, финансовые, бухгалтерские и прочие. На выставке Агропорта свою продукцию представляют более 150 компаний. Вот чем отличие от столичных выставок? Здесь то, что доступно именно для восточноукраинского фермера. Потому что на сегодняшний день существует распределение зон, кто где может торговать. И вот сюда приехали именно те, которые могут здесь продавать, те, которые могут здесь поставить эту технику, к примеру, а не тратиться дополнительно на логистику, если что-то понравилось во Львове. Польза от любой выставки – это знакомство с новинками, говорят представители агрофирмы «Сады Украины». Компания занимается семеноводством и придерживается европейских стандартов качества. Специалисты агрофирмы обеспечивают полный цикл производства посевного материала, выращивание, доработка и реализация семян высокоурожайных гибридов подсолнечника и кукурузы, сортов озимой пшеницы, сои и гороха, а также проводят обучающие семинары для заказчиков и консультируют непосредственно в полях. Семена у нас достаточно известные, потому что мы на рынке Украины 28 лет. Критерии – это высшие мировые критерии. Семена должны быть схожи, гибриды должны быть засухоустойчивые. Это для разных регионов Украины. И, конечно, они должны быть с большой масленичностью и должны давать очень хорошие урожаи на уровне мировых брендов, что, в принципе, так и есть. Надежные тракторы и комбайны, грабли и косилки, плуги и дисковые бороны, культиваторы, сеялки и жатки. На выставке сельхозтехнику немецкого производства представила компания «Агротехсоюз». 20 лет на рынке. Фирма предлагает покупку и обслуживание техники от «Класс», «Лемкин», «Хорш», «Герингов». С прошлого года «Агротехсоюз» стал единственным официальным представителем фирмы «Класс» в Харькове. Это передовые бренды. Зарекомендовала себя техника очень хорошо, что комбайны, что трактора по классу. Много техники продается компании «Лемкин» в Харькове. Плуги, дисковые бороны. Зарекомендовала качеством, надежностью. Очень важно еще для фермера целесообразность и экономичность техники. Это расходы по топливу, ну и выполнение как можно большего объема работ в кратковременные сроки. Выставка продлится до субботы. В тот же день на полях Аграрного университета, помимо сельхозтехники, производители протестируют технологии по анализу грунта. Дроны, квадроциклы и внедорожники. Оксана Зинковская, Алексей Калмык, медиагруппа «Объектив».